Да разобьется от этого колба! Или лопнет! Нафига мне это надо? В колбу явно какую-то жидкость наливаю. Пока никакой жидкости я тут не вижу. И что мне теперь делать? Царицу, блин! Да уж постараюсь. Так, жену. Да блин! Что ж это за игра такая? Экспертиза покажет, что ты за фрукт. Наконец-то. Ну, гуляй, Кощей. Отсидел ты свое. Спасибо тебе, Ванюса. Да ладно, фигня! Крепкие оковы-то у тебя были! Хе, других не держим! Я вообще-то документик принес тебе показать, чтобы ты, как говорится, принял к сведению. Так я и знал, что во всем виноватым останусь. Ах ты с*** такая. Понял, понял, хорош причитай. Здесь ему самое место. Ну, пошел я. Ну ни пух тебе, ни пера. Нахрен! Эй, Вань! Мы гордимся тобой! Ну, пинцет! Нехилая тут у Кощея база! А это я вообще не знаю, что такое, поэтому лучше не трогать. Уж полночь близится, а мне что-то не спится. Думаю, руками эту бандуру не сдвинуть. Однозначно. Мне этот будильник и даром не нужен. Да как же я ее сломаю? Вон какая дура. А я маленький. И вообще у меня в детстве коклюш был. Думаю, руками эту бандуру не сдвинуть. Однозначно. Больше нечего воткнуть. Yes! Теперь хоть парфюмерный магазин у них здесь открывай. Одного флакона вполне достаточно. Одного флакона... Думаю, одного за глаза, даже если у царицы перхоть. Странная стена какая-то. Что-то за ней такое есть. С виду обычная стена, а там кто его знает? Это, конечно, полный абсурд, но мало ли. Не, ну я вообще монстр.